Не едут, а плывут машины по проспекту Строителей. Здесь произошла серьезная коммунальная авария. Прямо на дорогу хлынула горячая вода. Кипяток затопил проезжую часть на перекрестке с улицы Лозицкой. На место прибыл экипаж ГИБДД. Инспекторам пришлось регулировать движение. О причинах случившегося коммунальные работники докладывают главе города. Александр Басенко говорит, без горячей воды остался только один близлежащий дом. Холодную перекрывать не стали. Прорыв на трубе диаметром 700 миллиметров горячего водоснабжения. Но сейчас уже ливневая канализация справляется, и вода с дороги уйдет в ливневую канализацию, а строительный мусор на дороге прямо сейчас подойдет наша техника, Пенза-Автодор, и уберет строительный мусор. Движение будет полностью восстановлено в ближайшие полчаса. Видимо, коммунальная авария произошла недалеко от перекрестка, где именно, пока не ясно. Рабочие оцепили территорию сигнальной лентой, чтобы никто не ходил. Тем временем сотрудники ресурсоснабжающей организации, на чем балансе находятся сети, уточнили. На месте порыва к ремонту приступили две бригады в составе 8 человек и 6 единиц спецтехники. В арбековских многоэтажках в течение нескольких часов может пойти горячая вода ненадлежащего качества.